Подсмотрел у Евгения Фомина, человека, который, кстати, сделал мне большие пластиковые, стеклопластиковые лопасти. Они уже едут на его видео. Огоньки на ветрогенераторах. Долго тупил, долго задавал такие же тупые вопросы ему. Вот. Игорь Митц тоже принял как бы участие в советах мне. Вот, тоже он меня подтолкнул на это. Ну, в общем-то, светодиодики повесить на ветряки, запитать их от одной из фаз, либо, ну, просто запитать от ветряков эти светодиоды. Вот. Красиво, скажу честно, вживую оно приятно смотрится, винты видно, как крутятся. И работает только в момент работы самого ветряка. Пробовал такие светодиодики, но на 12-вольтовую систему, тут 3,3 у него напряжение, то есть 10 вольт. Ну, что-то ветрячок, видно, хорошо так раскрутился, и они потухли, сгорел один из светодиодов. То есть для 12-вольтовой системы все же нужно, я надеялся, что с одной фазы выпрямленный ток будет меньше, чем 12 напряжения, точнее. Вот. Ну, сгорели чуть-чуть. Погорели, посветили и перегорели. Была лента 24-вольтовая. Вот это вот. Вот. То есть, если для 24-вольтового ветряка, то таких 8 штучек нужно. Но они что-то очень много места занимают. По 1 ватту, 8 ватт, вроде как бы немного, но все равно. В случае отсутствия энергии с ветра эти 8 ватт лучше пусть идут в аккумулятор. Вот. А вот тут вот, не знаю сколько, ленточка отрезал я, то есть тут места отреза есть. Есть вот такая вот трубочка, она тоже для светодиодов, она вот пластиковым стеклышком закрывается. Она большая, тоже покупал в свое время, думал подсветку сделать. То есть проводки выйдут отсюда, все это хозяйство зальется герметиком аккуратно. Тут и лента сама-то влагозащищенная, но вот контакты, я боюсь, могут это. Так, маленькую дырочку просверлю, просто для атмосферы, чтобы он сообщался. Вдруг попадет туда все-таки вода. И вот такие 6 светодиодов уже стоят на одном ветряке. Я под генератор, то есть под крышу, туда влага не попадает, их вот так просто прилепил и стяжками закрепил. Светится красиво, вот. Но для более таких, как говорится, понтов, желательно это все размещать на хвосте, и чтобы он подсвечивал полностью весь ветряк сзади. Вот. Такие вот диоды-шотки нашел еще когда-то для солнечных панелей. Покупал. Вот. Буду с них паять. Единственный момент такой заметил, что и при подключении на одну фазу, то есть, ну вот в данном случае вот 6 светодиодов, мощность, по-моему, 24 вольта, они берут 0,002 ампера при 24 вольтах. Вот эти 6 сборка. Вот. Появился все равно такой легкий гул одной из фаз, то есть ощущается, что ветряк нагружает одну из фаз, стартует отлично, то есть у них там сопротивление маленькое, нагрузка как таковой для старта не является. Но вот заметил я вот такой посторонний, вернее, не свойственный трехфазному генератору звук. Это вот когда подключаю на одну фазу. Поэтому я думаю, я буду собирать диодные мостики вот на таких вот, то есть из 6, чтобы подключать непосредственно в звезде, грубо говоря, на все 3 фазы. Вот, чтобы равномерно шла нагрузка. Так как аккумуляторы подключены, по идее, всегда у меня, то есть более чем напряжение на аккумуляторах, напряжение после диодного моста не должно подняться. То есть если этот плюс тут еще есть, конечно, свои сопротивления внутренние. Ну не знаю, вот ночь работал, светило, от одной фазы ничего не перегорело. Попробую вот к трем фазам подключить, посмотрим.
как будет. То есть резисторы и все остальное пока не использую. Посмотрим, как будет работать. Вот. Ну так.